Кандельчик. Ну, Если Леха прилетит. идем еще этот трэш, который там справа будет с командиром, и дальше уже спекну СУ. Ай-яй-яй, лучше вытаскивай командира, всех остальных я заберу. Забирай. Ловите, ловите трэш там, как-то контрольте его. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Командир, это был тут? Наплыл на метке. Меня, короче, обратно в салон. Давай. Релогнусь одну минуту. ДК. Ты что-то на месте застрял. Кстати, здесь новый прикол появился в РСК, если кто-то его не ощутил на себе, еще здесь застреваешь и надо релогнуться, чтобы я как раз ничего не застрял, поделаешь. походу. Я Вот, даже сесть не да. могу. Я в десятке тоже натыкался на такое. Это недавно пару. была такая фигня, раньше не было вроде. Да, это пару дней назад появилась такая фигня. Так что смело жмите Alt F4 и заходите заново, потому что вас не разбагает никак, кроме как релога. Палка, красавчик, под мордой больше стой. Что, может, бафнемся как следует? Собака. Мы начнем с болтара. Да. Самое интересное. Рыба есть. Ребят, это чек чисто на сову. Не надо ничего отменять, подтверждать. Я просто хочу увидеть, где сова. Совы нет. Принимают те, кто ощущает себя совой. Да. Крылья расправляйте, вы совушки. Да ты, конечно, нет. Вот будет чек на войда, тогда и тыкнешь. А пока чек на сову был.
стоит вот рядом с рыбой. Так. Взяли себе там столики, поели рыбку, раздали полабафы и все остальные бафики. Ласкар тачит основу, Войд Кинг заберешь двоих. Сможешь? Войд Кнайт. Супер, умнички. Паралич. Частицу на Войд Кнайт или же Ласкар. Леденец и подыхайте, подыхайкин хилите Войд Кнайт. Подыхайкин, хилиш, Войд Кнайт. Плюсик в чат. Какие же приятные люди. Чек на шамана. Скоро и до чека на Войда доберемся, походу. Ты набирать будешь? Там вроде бы одного нет. Плота. Зайдет человек через пару минут. Так, у кого есть хил-аспек чисто на Болтара? Да ты ж хилишь за троих. Хромер, спекнись, пожалуйста. Залейте ему иннеры соло. Совы, иннеры по фронеру, пожалуйста. Да, ищу его, ищу. Он же не в пятой. Вторая пати. Я уже понял. Кинул. Меточка. Чек на бафы, на готовность, на пул, на все остальное. Утара или Скар танчит, да? Да, основу танчит Телескар. Сова, Дазу. Все, все готовы. Цирк приехал. Смерть, камера, разошлись. Войд перекупил. В мире хватает героев и бестий. Шам, вставай. С метками разошлись. Шам, тотем себе поставь. С метками сразу разбежались. Танки прожались. Может, Геру дашь? Может, этого?
Умнички. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась так же на Лискара? Запечатала вход. Да. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил... Чуждом. КЗ. Тут замешано... Хим написал. Пыталась его уговорить, но нет. Как ты не старовался? Я с тобой еще в гильдии постаралась. Так, о, Настя, чистые. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Ваши муки станут платой за это вторжение. Сверху мы выбежали. Выбежали с метками. Как и должно быть, доволен. Внезапно. Хромер обратно в Ретрика. Садись, подвезу. Он в Ретрике. Это Хаприз, да? Нет, это Дуса. Кот, сам прилетишь? Алекс Страза выбрала достойных союзников.
ДЦ, кинем тебе фирмы Эрдоскар. Слуги, обратите их в пепел. Юра, как у тебя здесь пэлом? Я могу попробовать. Ты можешь попробовать сделать так, чтобы никто не подох с этой меткой и вынес свой купол. Сможешь? Да, окей. Отлично. Давайте берем. Пало, капельку пожалели. Свечилище пало. Первая, третья, свет. Хилит свет, паралич или леденец. Вторая, четвертая, тьма. Во тьме осквернение и расталашкин. Просто жесть идет в свет. Расплавайтесь, отпейтесь. Мне кому заливать тингры? Мне. Кому же еще? А, по свету будешь, да? Ледин... Кому? Перед выходом в свет кинешь мне, а потом леденцу, если успеешь. Я тебе кину, когда зайдем во тьму, а потом уже в свету кому-то другому. Леденцу, да? Угу. Леденец, ты хилишь свет. Да, ты сидишь на войде. Сейчас напуливать на войде, да? Да. Рассказываю сразу, кто сдох от метеора, лезвий, любая тупая смерть, дыхание, все остальное сразу минус 100 крови. Если вы долго не выносите метку, тоже минус 100. Надеюсь, всем все понятно, все знают тактику, никаких проблем у вас не будет. Ну, минус 100 это значит анлут, да? Да. Какая хорошая математика, правда? До 1000 ролить тогда. А кто где? Можно еще раз? Сейчас, секундочку, я рейд напишу. А кто диспалит? Я и паралич. Все, все увидели, чек на пул, на готовность, на баф и на все остальное. Рита? Все готовы? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. А, у вас так получилось, танки. Я на пул войду дал. Ну вот. Перебежали. Thank you.
Перебежали. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Паралич, остаешься здесь. Если нет, заходишь в тьму. Мы... Канта обернуть перед заходом. Настя. Обернуть? Ханта. Хан, вставай. Вставай. Заходи быстрее, пока нет лезвий. Блин, заходи быстрее, пока РЛ не увидел. Уже так не настал. Воу. Воу-воу-воу. Да. Что такое? Где вообще хил был во тьме? Хил выносил метку. Латанч норм. Падайте. Все упали. Единственное, ты вообще хилить умеешь? Хода нет. Что-то один хил как будто бы. А минус 100 с прошлого трая на следующий трай переносится? Конечно. Ха-ха-ха. Типа, если еще раз упадешь, в следующий раз ты никогда не получишь. Типа того. Причем пофигу, с кем идешь, да, в чате будем орать. Сказала, все сдохли. Все означает все. Чего там, Юра? Юра, зайди по тьму и сдохни. Окей. Молодец. Мяу. Мачете, как ты сдох? Бил с портала, а я танкер Хлеона выбирал, короче. У меня автоматом зашло просто. Видел, я раньше танка зашел. Тупая смерть, мне пофиг, ладно, хер с ним. Разбафываемся. Леденец, ты выркаем? Сидишь в свет... Ты никуда не двигаешься, паралич, заходишь во тьму. Ок. Первую фазу станчит Аласкар, наполнен нее. Кристин, нажмите баф, пожалуйста. Да, фул вроде. Да, у тебя хорошее бревно? Или как вот это вот только что? Отлично, давай мне нормального бревна. Спекайся, растолашки обратно в шипы. Напуливать Настя, да? Напуливать на ЛСКАР на первой фазе. Ману отбивайте. Шуриком, Шуриком, Шуриком. Пойдете без маны хилить. Чек на баф, на готовность, на все остальное. Вот, хватит писать, поешь. Войд, в смысле. Ему без еды норм. Не удивили это. Жди.
перебежали. Мелики, станьте чуть подальше от Халеона. Чуть не подох. Леденец минус 50. Перебежали. Мирис Умерик, вы найдете лишь страдания. Ходите. Ходите. Смейте. Ой, кто это сделал? Я. Ты? Хочу быстро хилить. Я тебя понял. Че, диск у всех или у меня только? У тебя только. Ник. Сушу выкинул. Ник называйте, кто за... Сушу окей. Выкинул. Сегодня без суши. Я выхожу, да? Как-то да. Резко вертите как-то. Угадать бы, что там по таймеру полезли, скажите, пожалуйста. Как так получилось, что у нас бар вышел во свет, а Мах и Расталашкин остались у нас здесь? Махнулись, не глядя. Они на темной стороне силы. Скажите таймер лезвий, чтобы я зайти. Перебежали, свет быстрее. Не надо перебегать, просто вправо отодвиньтесь. Там вообще-то прямо под боссом она. Вправо чуть-чуть отошли, все будет хорошо. Я пошли, выходи. Мах. Господи, ладно. Минус 50 вар и мах. Тоби, ты где там? Выбеги. Кабрич. Тоби, пизда. Ой, я вслух сказал? Нет, не хуже. Блять, долго дисплей, пиздец. Уёбок, я был на другой стороне, блять. Уёбок, просто... Без мата, тихо, блин, все заткнулись. Вот это Настя. Мах выбежал. Мах! Перебегает танк. Стоим на месте, свет. Чуть отодвиньтесь. Ты только что спас жизнь танку. Да не благодари. Друг спас жизнь друга. Чё, я себе групп лут? Насладитесь сполна её вкусом. Ибо когда мой господин. Настя, что на тебя родина? Отказывайтесь от лута. Все равно батла тут. Все равно 100 у вас. Спасибо за рейд. Было весело. Можно портальчик? Спасибо, что собрала. Лут остается в боссе. Это Настя, у меня тут вопросы к тебе есть. Всем спасибо. Есть? Скидываем Настя, лут. Давай, я тебе отдам. Шаман. Сейчас, Шуриком дай. Шуриком где ты там? Да, дай обмен.
там с ролем. Это кажется.